Здравствуйте, дорогие друзья, посетители нашего сайта «Садовый мир». У нас сегодня снова рассказ о растениях, которые способны очень украсить сад вот в такую вот пору предзимья и зимой, в начале зимы. Сегодня у нас с вами 1 декабря. И вот посмотрите, как нас порадовал такой замечательный иней. И вот в этом инее проявляется очень красиво красота многих растений. Вот сейчас мы стоим около нитевидной формы туи. Это туи западная нитевидная форма. Смотрите, какие у нее необычные совершенно побеги. Они не имеют разветвлений на довольно-таки продолжительных участках. Вот смотрите, здесь какой длинный побег, вот на верхушках. Вот, и представляют собой вот именно такие нити. И необычно и красиво выглядит это растение. Вот эти вот нитевидные формы, они существуют и у туи, и у можжевельника. И вы можете прийти в питомник и купить такое растение. Продается оно в контейнерах высотой где-нибудь сантиметров 20. Ну а потом вот посмотрите, какое красивое растение вырастает. Вот сзади у нас еще разновидность такой нитевидной формы. Это вот, по-моему, как раз можжевельник. Вот здесь он более такой низкорослый, но зато у него расползлась вот так вот ширину крона. То есть это вот разные сорта так ведут себя, но тем не менее форма-то вот она как раз нитевидная. Я считаю, что такое растение очень разнообразит состав ваших хвойных культур в саду, и я думаю, посадить его очень стоит.